Ну, самое главное, наверное, добились результата. Потому что то, что планировали, выполнили на игру. Очень хороший был первый тайм. Как мне показалось, должны были еще один гол забить. Наверное, было бы вообще легче во втором тайме. В перерыве я с ребятами говорил, что 2-0, он такой опасный счет. В принципе, до этого забитого гола мы практически ничего не дали создать сопернику. Единственное, что был еще момент, где мы могли третий гол забивать. Наверное, нам тогда было полегче. Ну, а после пропущенного гола, естественно, уже, наверное, хотели сохранить счет. И играли уже по счету, скорее всего, так.